синхронизирую. Что я вам хочу сказать? Вы видите мое рабочее место. Вот здесь вот я сижу. Оно имеет только один монитор. Один монитор. То есть монитор, не компьютер. Компьютер вот он сам. Значит, что? Здесь у нас стояли RAID-массивы. Видите, пустая дырка. Сейчас надо поставить один RAID-массив. RAID-массив – это вот эта вот штука. Сейчас я покажу это с другой видеокамеры. Так примерно. Чтобы все охватывало. И начнем сборку нашей аппаратуры. То есть мне наладили, установили новую программу, обновили, посмотрели там, почистили, подправили компьютер. Вот он, iMac. Даже исправили вот этот вот держатель, на котором он стоял, а то он болтался. И вот он, RAID массив Promise Pegasus на 12 терабайт. Вот он какой. Их у меня, как помните, было два. Этот исправный. Неисправный мне пришлось отвезти в Ростов на обслуживание. Там вроде как один диск испортился. То есть жесткие диски через 5 лет примерно эксплуатации приходят в износ. То есть они изнашиваются. Как лучше все это нам сделать? Лучше сделать это вот так вот. На. Хотя ничего не видать, но тем не менее. Мы вот это все вынимаем. Вернее, поднимаем. Сюда. Это просто-напросто вот так вот. И устанавливаем на свое место. Тут у нас куча проводов. Все надо будет сейчас подключить. То есть мы сейчас с вами наблюдаем за процессом подключения. Угу. Так, что у нас тут? Один компьютер должен заходить за другой. Вернее, монитор. Так. Это установили. Теперь нам надо это уже лишнее убираем. Лишнее убираем. Так.
получится вот так. Это вот так. Все. Собираем. Собираем. iMac. Упаковочку. Сразу же скажу, никогда не выбрасывайте упаковки, потому что нужны и для переноски компьютера, и вообще, когда будете его продавать, упаковочка потребуется. Без упаковочки у вас особо брать не будут. Так, что у нас? Это мы уже установили. Запись. Возьмем чуть повыше. Вот так вот. Это мы не перерываем. Что будем делать? Вот здесь вот. То есть поставим вот здесь камеру. Чтоб можно все это было наблюдать сверху, что я тут делаю. Итак, наша задача — подключить этот компьютер. Тряпочек нигде нету. Есть тряпочки. Что такое? Подключить компьютер. И вот тут малость залапали. Старайтесь, когда распаковываете, меньше браться за экран, потому что жирные следы, вот они так и остались. Не будем мы что-то тут такое делать. Протирать его каким-нибудь жидкостью специальной, хотя и это есть. Пока оставим так. Итак, нам надо подключить питание. Питание у нас идет через вот этот вот блок. Через источник бесперебойного питания. Так, хорошо, ясно, понятно. Далее, я бы хотел бы, теперь отсюда оно выходит, и это будет вот этот кабель, он же кабел. Питание подключено. Уже можно даже... Так, питание это подключили. Далее надо подключить наш ProMise 12T работал. Надо его будет подключить. Так, где его выход? Его выход. Вот его выход.
куча проводов, все это надо будет упорядочить. Это все. Рановато я вступил. Подключается сюда. Здесь два порта, так называемых Торденбол. Насколько я правильно их произнес. Так, это у нас от... Это у нас от монитора. То есть я могу подключить еще монитор вот этот. Но пока я это делать не буду. Пускай он будет тут у нас. Так, значит, этот пошел сюда. Далее. У нас вот она штука еще. По-моему, 6-терабайтная. Она подключается по сети. По сети. Где у нас сеть? Сеть у нас вот она. И мы ее подключаем. Услышали щелчок, это как раз то, что надо. Мы подключили. Так. Далее, что нам надо сделать? Мы подключили это. Мы подключили для этого. Мы подключили питание. Но мы еще не подключили вот эту штуку. Рейд массив промизе. Что нам надо сделать с этой промизе? Первым делом посмотреть. Ага, запитывается он через обычный. То есть нам надо его запитать. Запитать. Тут у нас целая фигня-мигня. Для запитания. Надо. Ох. Источник бесперебойного питания особый. Особый. Так. Заодно протереть пыль, которая скопилась за годы эксплуатации этой машины. У меня был источник бесперебойного питания. Такой здоровый взяли. Но он гудел. И звук, естественно, этот записывался. Поэтому я поменял его на вот этот. Значит, что бы мне хотелось сделать? Мне хотелось бы, иногда бывает, включаешь этот, чтоб на монитор, а этот не работал. То есть, чтоб эта штука запитывалась. Вот отсюда, ва. Угу. Она и запитывается отсюда. Да? Или нифига. Ага. Чтобы я имел возможность ее отключать. За ненадобностью.
Так, а для этого надо совершенно иной шнур. То есть, когда будет подключаться эта штука, чтобы я ее мог подключить осознанно, отдельно. Что для этого надо сделать? У нас, к сожалению, здесь совершенно иные провода. Нам надо найти другой шнур. Так, начнем искать другой шнур. Совсем иной шнур. Вот, шнур нужен. И такой шнур я нашел. Это вот такой вот шнур. Вот такой вот шнур. Вот, теперь другое дело. Итак, что мы делаем? Этот шнурочек у нас пойдет сюда, на компьютер. Нам надо питание. Этот шнуречек. Этот шнуречек. То есть у нас тут можно оставить, дабы не ковырять, а можно и удалить лишнее. Так, вот это у нас Сирогем грелка. Грелка. Грелка мелкая. Так. Ну что у нас? Ага. Это у нас сеть. Вот она. Это у нас. Так, начнем искать концы. Это у нас что? Откуда? Это у нас вот отсюда можно ее. Опа. Вынули они. Вот это вот лишнее. Ну вот сюда похоже. Так, это лишнее. Это мы втыкаем вот так вот. Питание мы уже подключили, этого промиза. Питание мы подключили. Теперь надо подключить вот эту штуку. Эту штуку мы подключаем. Это все равно. Так. Подключим. Вот так. Вот так мы подключили. Теперь что мы делаем? Все это дело надо нам задвинуть. Надо нам задвинуть туда. Так. И мы начинаем это дело
двигать. Опа! Вот так вот. Двинули раз. Теперь берем этот промыза. И главное тут, чтобы ничего не пережало. Двинем два. То есть вот так вот. Мы его двинули. Далее эту штуку мы засовываем сюда. Эту подключаем. Вот так вот. Подключили. И можно сказать, что мы уже подключились. Теперь надо разобраться вот с этим. Это у нас что такое? Вот эта штука у нас зарядка. Это идет питание этого компьютера и этого компьютера. Так, включаем это все. Включаем это все. Можно вот так включить. Наверх. Или на низ. Давайте на низ включим. Раз. Два. Включили. Теперь вот у нас питание еще одно. То есть это питание нашего нашей заряжалки. Оп, сюда мы попхнули. И это идет питание на iPad, телефон. А это идет на питание здесь. То есть я здесь подзаряжаю вот эти вот аккумуляторики. Так. Это все можно было бы положить вот сюда. Это можно было бы положить опять-таки вот сюда. Но пока это что у нас такое? Это у нас... Так, это у нас жесткий диск, пока мы его сюда положим. Это у нас от этого. Положим пока сюда. Это у нас камеры подзаряжать. Это камеры подзаряжать. Это что-то такое-то. Это можно сюда положить. Не надо. Это для того, чтобы с карточек сбрасывать информацию. Можно уже один другой подключить. То есть это подключается у нас здесь. Угу. Это USB 3.0 подключили. Это что у нас? Еще одна у нас остается. То есть я набрался это подключалок. Что тут сбрасывается, то все. Но оказалось где-то даже лишнее. Сколько тут? Раз, два, три. Ладно, подключим, так уж и быть. Подключим.
Так, это желательно вот сюда подзасунуть, чтобы оно тут, не мешалось. Так. Только тут у меня нету эту штуку. Чего только нету. Надо будет порядок навести. Так. Это у нас подзаряжаются часы. Это у нас жесткий диск, на который сбрасывается информация. Ну вот. Пока в сторонке. Это у нас аккумуляторик подзаряжается. Его можно здесь оставить. Это у нас сбрасывается. То есть я использую такие карточки, чтобы потом брать с этих карточек, только оп, вставил вот так вот картридеры и сюда раз. В то же время можно его вставить и сюда, отсюда еще быстрее идет считывание. Ну пока оставим так. Это необходимо для того, чтобы сбрасывать информацию с Sony. Так, у нас тут мышек дофигища. Сейчас будем соображать. Да, это у нас, клавиатура еще. Ого! Надо же клавиатуру подключить. Клавиатура. Еще остается один выход USB 3.0. Я думаю, что вот это вот все-таки одну можно убрать. Она, будем говорить, оказалась лишняя. Так. Это пока мы положим вот так. Здесь мы подключим питание компьютера. Где тут? Ага, вот она включилась, протянулась. Это положим вот так. Это уберем вот так. Это у нас. Да, это у нас специальный этот Тарденбул, насколько я так правильно выражаюсь, который будет соединять второй такой, когда исправит. RAID массив, и через него пойдет на компьютер. Ну, мы положим это вот так, чтобы там было все готово. Ну и теперь можно сделать пуск и определить, подключено или не подключено это вся наша штука. Итак, замерли экраны теле, значит, тут у нас все подключено. Мы наставляем на компьютер. И вот так немножечко, чтобы видно было. Ну, подключим сразу два, так уж и быть. Монитор и компьютер. А потом так просто кое-что проверим. Насколько все это заработает у нас. Итак, это все у нас пошло сюда. Угу. Может, и не так оно должно быть. Подключили. Это у нас держится. Это подключили, это у нас держится.
посмотрим на эту камеру. Ну да, и это нормально. Подкатываем кресло. Немножко это так отодвинем, чтобы был проход у нас. Угу. Огоньки мелькают, красный, голубой. Хорошо, малышка. Весело с тобой. Итак, важный момент наступает. Сейчас мы с вами запустим и посмотрим, что у нас такое стало. Так, это все-таки мы возьмем, снимем отсюда под другим углом. Огоньки сверкают, красный, голубой. Хорошо нам, елочка, и весел с тобой. Вот так. Запись. Запись. Пищем, пищем. Итак, пуск. Все, пыли. Пуск. Опа. Центральная врубилась. Сейчас запускаем источник бесперебойного питания. Далее. Мы запускаем врубились наши хранилища, компьютер, и ждем. Компьютер брякнул, хрякнул. Более-менее тут мы с вами разгребли грибунки. Видите, идет. Походу поправляем проводки. Куда их тут лучше деть, чтобы они меньше мешались? Но вот это не мешается. Я их соединил вместе для того, чтобы сразу можно было работать в Final Cut. Значит, что тут будет? Тут будет сейчас новая операционная система, более современная. Пустыня называется. И Final Cut самой последней версии. Я немножечко на нем работал, а теперь предстоит работать постоянно. Все огоньки горят. Все огонечки горят. Вот эта штука у меня раньше. А, видите, сейчас. Раньше плясала, что-то там не держала. Пришлось, грубо говоря, за одну эту штуку только 5000 отдать, чтобы сделали, она так вот не ходила. То есть из всех неисправностей в компьютере нашли в основном вот эту. Не держит ножка, экран монитора. Так, ну а пока мы с вами зарядим телефончик.
Так, 54% было. Новая программа Final Cut берет файлы прямо с этого, с телефона. Раньше не брала почему-то. Приходилось их конвертировать. Теперь же все берет. Вот это видите. Вот так происходит зарядка. Оп. О. И заряжается батарейка. Батарейка, вот она, пока у нас тут опрашивает все. Вот такая вот батареечка. Ее хватает примерно на час с небольшим, час 10, час 20, в зависимости от температуры окружающей среды. Ага. Кстати, пятна так и остались. Вот-вот. О! Ну, вы наблюдаете. Я сам первый раз это все вижу. То есть, программы раньше, заставки делались, знаете, как бы сказать, ну, грубо говоря, вот эта пустыня была только днем снята. А теперь же делают такие заставки, насколько я понял, что они в зависимости от дня, вернее, от времени суток, сами гасят вот так вот экран, то есть заставку делают как бы пустыня. Оригинально. Это я вижу в первый раз. Так, такое. То есть наисовременнейшая, значит, программа. Так, очищаем корзину. Вот. Значит, что у нас? RAID VOG. Вот он. Есть. А вот этот еще не подключился. Нет. Паблик подключился. Этот подключился. RAID. Паблик, это вот она. Значит, я сразу вам сейчас скажу свойства этого. Так, пока тут что-то опрашивается. А, вот он, паблик. Свойства. Значит, свойства здесь. Емкость практически 6 терабайт. Доступно 705 гигабайт. То есть я уже заполнил вот этот диск. Вот он у нас. Паблик. Вот он. Теперь посмотрим вот это вот. Вот эта вот штучка вообще-то должна включаться. Почему она не включается, я не знаю. Так, RAID. Все включилось. Заставки. Лунные сутки. Кстати, я лунные сутки не писал из-за того, что они были ну, на большом компьютере. То есть не на вот этом, а на вот этом вот. Так, лунные сутки. Опа. Наш туман. О, видите, тут несколько иное. Так, что нам надо сделать? То есть все это переработали. Завершить. Итак, смотрим. Смотрим. Свойства. Здесь емкость 10 терабайт, доступно 3,79 терабайта. То есть, хотя они на 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да,
6 по 2 терабайта, то есть вроде бы 12 должно быть емкость, но 2 терабайта в запасе, в резерве. Так, ладно. Это у нас, грубо говоря, работает все это, да? Все это работает. И это хорошо. И это хорошо. Ага. И это хорошо. Теперь нам надо новую программу запустить. Final Cut и посмотреть, как она работает. Новая программа Final Cut у нас вот она. И мы ее врубаем. Что мы сейчас увидим? Final Cut версия 10.4.4. Так, к сожалению, она сюда не идет. А как сделать, чтобы она на два экрана была? View. Window, окна, минимизируется. Шоу. Ага, шоу это. Показать второй дисплей. Browser Viewer Timeline. Ага, что это? Ну давайте такое сделаем. Ага. То есть это меня не удовлетворяет, второй дисплей. Вот такой он. Мы опять смотрим шоу. Ага. Browser. Мы. Клип имя. Вот. Шумилос. Ага. То есть, но это надо, вот это надо бы поменять. Мы используем не то вьювер. Event. Видео скорпус. Нет. Вьювер. Триста шестьдесят. Ладно. Viewer. Bus. Вот так, грубо говоря, методом тыка. Alpha, red, blue. Мы смотрим. Видеоскопис. Еще звук. Что это такое? Ага. Видеоскопис нам не нужна. Устранили. Угу. Так, но нам надо бы их поменять наоборот. Их поменять наоборот. Поменять наоборот. Так, это камеры. Колоссальный афо. На. Бус включить. Камеры. Камеры. Инспектор. Так, несколько тут по-другому оно расположилось. Ну ничего. Windows минимизирует Zoom. Reverse. Antivirus.
Инспектор. Показать вот он дисплее. Бразерс. Вот это вот мы второе. Второе, что будет. Ага. О. Это же лучше. Лучше. Ну, это новый проект. Новый проект. Так. Show Enter. Scorpius. Ну ладно. Так, ага. Примерно так. Fit. Ладно, видео. Видео Scorpius Angles. Ох, нифига себе какие. Какие эти. Ну ладно. А, вот. Так оно. В принципе. Так. В принципе. Ага. В принципе, все заработало. Вот так вот налаживаем. Ну, сделаем какие-нибудь там сутки. Кстати, какие сейчас у нас идут сутки? Ну, что тут она? Заснул компьютер. Компьютер заснул. Вот во всем этом предстоит разобраться. То есть, было поменено местами. Сложного-то вообще-то ничего нету. Но поменено местами. Ага. Так, где у нас? Мышь, где у нас мышь? Ага, это отложим ее. Сейчас просыпается. Просыпается компьютер. Ага. О, все. Настройка клавиатуры Bluetooth. Ага, нет, вот это. Так, раз, два. Сегодня у нас 28 декабря. Что у нас 28 декабря? Пятница, 22 лунные сутки. Угу. Запишем. 22 лунные сутки. 22 лунные сутки. Это можно опустить. И теперь что мы будем делать? Так, это уже нам не надо.
Вот что мы. Ага, вот появились еще какие-то показатели. Так, тут появилось вот что. Так, теперь это все желательно. Вот это все желательно смотреть под другим углом. То есть мы сейчас... Что это такое? О! Если под таким углом, да? Это мы вот здесь, на таймленте, новый проект. Правильно. Значит, это раз, это два, все, high проект. То есть я привык работать вот так вот. Мой сайт. Значит, что тут у нас этот? Итак, 22 лунные сутки. Энергетически сегодня активен желудок, поэтому он переварит буквально все. 9 лунные сутки. Как... Ох ты! 9 лунные сутки. Это не так. Сутки подобно свете. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки. Сознание человека, чувство милости, готовые компоты. Ну? 13 лунная... Ага, явно не будет. Явно не будет. Возьмем вот это. Физических упражнений поработает и русло. И если выжатые соки, то есть можно сегодня много. Не переохлаждать. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Так, это, скорее всего, 21-е лунные сутки. Что-то медленновато. 22-е лунные сутки. О, как раз попал на них. Двадцать третье. Так. Для того, чтобы новый проект показалось здесь, надо его зафигачить. Новый проект «Лунные сутки» назовем. Лунные сутки. Окей. Опачки. Появилась лента. Теперь что мы сделать надо? Нам надо вот это вот. Неактивно. Ну ладно. Мы берем это такое, опачки, сюда. 22 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток. Так. Энергетика этих лунных суток. А, у меня же есть целое. Вот у меня как было. То есть вспомнил, все у меня это есть. Теперь надо что это сделать. Теперь надо это как-то увеличить. А, это не здесь увеличивается. Это
вот здесь увеличивается. То есть мы только опачки, ага, растянули. Нам надо поднять повыше это все. Опа-па-па-ра-па-па. Чтобы было все видно. О. Есть. Так. Итак, у нас пошли. Что мы делаем? Что мы делаем? Вот это надо изменить, да? Вот это вот мы делаем. Раз, активный. Мы делаем еще разок. Сегодня у нас 28 лунные сутки. 28 лунные сутки практически уже прошли. 29 на завтра сделаем. Значит, рекомендации. И тоже 22 лунные сутки. Рекомендации на 29 декабря. Так. С учетом лунного цикла. Вот так настроен. Ага. Рекомендация на 29 декабря, с учетом на 22 лунные сутки. 14 лунные сутки. Так, нам надо 22 лунные сутки. У нас идут 22 лунные сутки. Где у нас 22 лунные сутки были? Лунные сутки. Раз. Мы их просто обошли так только раз. X. И... Ага. И смотрите, что я делаю. Ага. А мы вот так вот сделаем. Смотрите, как это делается. Берем и сюда такая, опа, перетащили. Хоп. Сейчас она пишет, replace, опачки, заменили. 22 лунные сутки, энергетика тихо. Есть 22 лунные сутки. Теперь у нас вот это надо убрать. И у нас 29 число. 29 число. 29 число. Нам надо найти. Нам надо дни. Опачки. Все заканчивается 20 декабря. Значит, нам нужен календарь. Ага. Ага. Нам надо вот этот календарь открыть. Так, 29 декабря. Вот этот календарь делал я сам. Тут только поменяй дни недели и все. То есть 25, допустим, в 19 году, что это там будет? Не вторник, как в 18 году, а допустим там среда. Так, 28, 29, так. День Ахтея. Значит, что нам надо сделать? Нам надо сделать... Это что, Сири? Нафиг тут нужна Сири? Удалить из док. Нам надо программу, которая делает снимок экрана. Ну-ка посмотрим, что тут у нас. Снимок экрана. Другие. Это не делает. Снимок экрана. Вот это надо было удалить. Видите? Установка Сира. Нафига она тут нужна? Тоже. Разгильдяи.
Снимок экрана нету. Снимок экрана. И это нету. А где же он делся, снимок экрана? Ищем более тщательно. Фото, чё фото? Снимок экрана. Снимок экрана. Смотрим здесь. Ага, вот он, снимок экрана оказался другой. Снимок экрана оказался другой. Ёкарный бабай. Снимок экрана. Так, снимок экрана, да? Снимок. Опля. Где он у нас появился? Вот он у нас появился. Снимок экрана, да? 29 декабря. Готово. А, снимок экрана. Ладно. Он у нас вот он. Теперь что мы делаем? Мы опять запускаем эту фигуринку. И снимок экрана вот такая раз сюда. Replace, replace. Опачки. Окей. Так, уже 29-е есть. Старые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток. Есть. Что мы делаем? Трансформ. Трансформ. Мы вот так это все. Опачки сюда. Перенесли. Так, это мы перенесли сюда. Это мы не надо нам уменьшать. Раз. Это мы переносим сюда. Два. И подкладку сделаем другую. Другую. Сейчас сделаем другую подкладку. Подкладочку другую сделаю. Значит, что мы? Final Cut. У нас должны быть вот они, заставки различные. Долговато что-то работает. Вообще-то. Не тянет все-таки вот, как хотелось бы. Таймлапс. Что нам пришло? Что нам пришло? Что?
Что нам пришло? Что нам пришло? Что нам пришло? Это обновление для новых айфонов. Они, оказывается, особо не были согласованы. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Так, вот это можно уже просмотр завершить. Просмотр, он нам не нужен. А, пошло. Пошло, значит, обновляться. Ну, пускай лежит тут просмотр. Так, что нам надо сделать? Ага. Живописно. Живописно. Вот этот вот мы вставим. Сделаем. Так, вот это. Опачки. Значит, вот это заменить можно вот этим. Replace. Все, окей. Сразу говорит, куда это там? В корзину, не в корзину. Значит, это мы все. Что у нас тут получается? Так, стимулирует умственные способности человека. Так. Слишком длинно, да? Слишком длинная, слишком длинная, слишком длинная, слишком длинная. Значит, что мы делаем? Грубо говоря, мы ее вытаскиваем вот сюда. Вытаскиваем. Примерно вот здесь вот. Мы ее рубанем. Лишнее убрали. Теперь это все опять-таки, опачки, сюда, сюда. Так, что тут у нас получается? Ну, грубо говоря, так, да? Значит, музыка у нас вот она. Музыка у нас вот она. Это у нас... Это у нас надпись, что-то такое. Это у нас, значит, на 29. А теперь что мы делаем? 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 Теперь смотрите, что мы делаем еще у нас. Раз, нажимаем на эту штуку. Кейнг. Вот такая штука есть. Инсталлер эффекта. Ну ладно, у нас кинг один. Ну, сюда только раз и бросили. Опа! Джик! И смотрите, что у нас получилось. Видите? Все это дело стало прозрачным. Так, применяем, да, применяем все это. Применяем. Что нам надо сделать? Теперь нам надо... То есть очень важно вначале все обкатать. Оно все это делается вначале долговато. Но после того, как все это обкатано, она дальше будет работать очень хорошо. Сейчас я просто-напросто... Рояль. Хей хоп. Ага. И смотрите, что у нас получается. Здесь надо будет исправить ошибки. Ну вот, поехали. Рекомендация на 29 декабря 2018 года. С учетом у нас цикла.
22 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область позвоночника. Смотрите, что я делаю. Раз. И два. Удаляем. И у нас получается. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Отлично. Опачки. Теперь смотрите, что мы делаем. Подгоняем это сюда. Это подгоняем вот сюда. Вот. И все, лунные сутки у нас готовы. Итак. Вторые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника, поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Все. Музыка, видеоряд, информационный ряд, все сделано. Теперь все это дело мы только передаем. А, 4К нет. Не 4К, канцель. Это слишком. Так, значит, 4К может быть. Ё-моё. Нам достаточно вот этого. Не 14 лунные сутки, а 22 лунные сутки. Опачки. И пошло-поехало. Как идет процесс, вот видно. То есть довольно-таки быстро, но тут маленький этот клочочек. Ну ладно, разрешим. Вот это скачет, это говорит о том, что уже... Хорошо. Вот она. Закрыть. То есть мы, сворачиваем. Теперь нам надо iTunes открыть. Ну, так сделаем. Музыка.
Медиа, домашнее видео. И вот они наши 22-е лунные сутки. Энергетика. Так, теперь мы это все должны с вами перебросить в YouTube. YouTube. Загрузка. Так, монетизация есть. Основная формация. 22. Угу. Рекомендации. Расстрел у нас все-таки рекомендации, да? И как бы сказать, поставим еще одну. Вот так, один. То есть для того, чтобы одинаковое название не попуталось. Так, цикл передач о здоровом образе жизни и лунном цикле. И лунном цикле автор действия. Лунный цикл здоровья. Так, добавить. Куда мы добавляем? Лунный цикл. Есть, да? Так, опубликовать. Опачки, обработка завершена. Все опубликовано. Теперь мы смотрим. Творческая студия, 7000 подписчиков. На самом деле не 7000, а меньше. 6819 подписчиков, расчетный доход за последние 28 дней. Вот этот. Ответы на вопросы не только. Что-то тут у нас не это. Так. Менеджер видео. Нет просмотра. А, загружено 4%. Видите, что-то у нас не загрузилось. Так, это тогда мы, смотрите, что делаем. Раз, изменить. Удаляем. Да. Все, у нас 1090 роликов загрузили. Так, теперь смотрите, что я хочу сделать. Оп.
Бля. Надо же, ночь, смотрите, еще более становится такой. Ночь более такой. Сейчас я хочу сделать еще, чтобы как вот тут так называемую мультикамеру. То есть я беру. Тут у нас нету мультикамеры. Снимок экрана. Мой сайт. Это что такое? Ага. Музыка. Вот это у нас. Запись пошла. Запись пошла. Ага, вот она, запись пошла. А это? 22 лунные сутки. Так. Еще разок. Кладем сюда. Еще разок запишем. Хорошо. Восьмая луна. Хорошо. Делаем. Делаем мультикамеру. Новую мультикамеру. 0.9. Окей. Я хочу сейчас посмотреть, как тут эти мультикамеры расположатся. Ага. О! То есть, видите, большая, большой экран и маленький. То есть, вот она, мультикамера. Сейчас мы ее... Мультикамера 09. Мы ее загоним на лунные сутки. Мы ее загоним на лунные сутки. Смотрите, что получается. Раз. И пошло. Запись пошла. Побыстрее, чтоб. Запись пошла. Запись пошла. Вот, смотрите. Записываем лунные сутки. Записываем лунные сутки. То есть, а теперь в зависимости от того, что нам надо, берем, допустим, вот эту камеру, либо эту. То есть, смотрите, вот сейчас будет два. Раз, вот эту камеру взял, надо вот эту камеру взять. Я, оп, эту камеру взял. Естественно, вот здесь у меня пошло. То есть, если вот это вот. Вот, смотрите, что я взял из этого. Что идет? То я взял вторую камеру. Теперь я взял первую камеру. То есть, все заработало. И у меня тут настроено, по-моему, где-то 4 мультикамеры. То есть, вся эта моя бодяга заработала. Первые лунные сутки, подобно светильнику в ночи, указывают на путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте.
Итак, у нас наладил я компьютер, заработали все. То есть та программа, которая мне нужна, а именно Final Cut, я распределил вот все это. Можно еще, смотрите, сделать вот так вот. Что-то тут уменьшить. Подрегулировать, все это дело заработало. И это хорошо. И это хорошо. Теперь мы что делаем? Мы выключаем. То есть, видите, я уже в новой программе стал разбираться настолько, что могу делать видео в простейшем варианте. Опа, квит. О, какое тут это. Так, что мы делаем? Теперь мы делаем. Значит, эти у нас подсоединились, и это хорошо. И это хорошо. Тюнс медиа, тюнс, значит, завершить. Это у нас очищаем корзинку. И это тоже хорошо. И это все мы выключаем. Выключить.